Пакет поправок, который предусматривает совершенствование регулирования, является результатом очередной совместной работы, большой совместной работы при координации Министерства национальной экономики, госорганов и бизнес-сообщества. По контрольно-надзору сухой остаток, невидовая цифры, на 30% сокращается сфера контроля и, не менее важно, 50% сокращается количество требований. Особенно хотел бы отметить, что у нас лидеры по проверкам последние 5 лет – это СанПин, пожарники и налоговики. И фактически по ним самое большое сокращение – более 80% по СанПину и более 70% по пожарной безопасности. Безусловно, это скажет на снижение давления на бизнес. Помимо этого, хотел бы отметить, что дополнительно для бизнеса, что важно, сокращается не только количество, но и сроки проведения проверок. Внеплановым проверкам с 30 дней до 10 рабочих дней, то есть это почти в 3 раза. По проверкам профконтроля с посещением субъекта предпринимательства с 30 рабочих дней до 15, что тоже, считаем, снижает и более упрощает порядок проверок.